Привет! Настало время иронизировать, рофлить и осуждать. Сегодня мы с вами поговорим об оправдании, и я бы даже сказала, о поощрении мужского инфантилизма. Но для начала я попрошу вас шлепнуть лайк и подписочку на этот канал. Нас с вами уже 86 тысяч, и до соточки осталось не то чтобы очень много, поэтому давайте, пожалуйста, поднажмем. Это очень важно для развития моего канала и для продвижения этого видео в частности. Спасибо. Итак, вы наверняка слышали фразы из разряда «Мужчины – вечные дети, первые 40 лет детства мужчины самые тяжелые». «Ну это ж мужик, что с него взять?» И прочие очаровательные тезисы, оправдывающие самые тупорылые и инфантильные поступки представителей прекрасного пола. Самое печальное, что эти тезисы чаще всего продвигают сами женщины, взросшие на том, что мужикам простительно все. И если в 40 лет он не умеет разогревать себе еду, и даже трусы на его зад покупает женщина, потому что он не знает свой размер, это нормально, это даже мило. И вообще, у него есть дела поважнее, чем разбираться, как включается микроволновка и покупать себе трусы. Вот только это ни хрена не мило. А анекдоты о том, как муж привел из садика чужого ребенка, ни хрена не смешные. Я, конечно, дико извиняюсь, но какими такими важными вещами заняты наши прекрасные мужчины, если они не способны даже запомнить день рождения собственного ребенка, или в каком он учится классе, или размер собственной одежды, чтобы покупать ее самостоятельно. Ах да, как я могла забыть? Мужчины же у нас работают. Работают, не щадя живота и горба своего. Рвут очко ради каждой копейки, чтоб семья ни в чем не нуждалась. Теряют счет мозолям на руках и все такое прочее. Понимаю, в этом случае, конечно, не до мирских сует. И тут у меня возникает закономерный вопрос. А женщины у нас не работают, не вкладываются в семью, не горбатятся также на пятидневке, не приходят домой заебанные в усмерть, а потом не батрачат вторую смену, ведь после работы надо обслужить всех детишек, включая того самого 40-летнего. Нет? По-моему, вроде бы как «да». Тогда почему при всем при этом у женщин хватает в голове пару килобайт памяти, чтобы держать там информацию о собственных детях, базовую информацию, и еще кучу других бытовых мелочей? Еще мне очень нравится, когда мужчины начинают объяснять свое незнание элементарных вещей типа собственного размера одежды тем, что им это неинтересно и вообще им это не дано. Мол, способность выбирать себе шмот и отличать таблетки для посудомойки от таблеток для очистки труб дается человеку исключительно вместе с ваджайной. И если у тебя член, то подобные вещи становятся тебе как бы просто недоступными. А потом начинается это коронное метание стрелок, а-ля «хочешь, чтобы мужик сам научился еду из холодоса доставать? Тогда расскажи мне полностью устройство компьютера или автомобиля». Мол, прежде чем упрекать нас в том, что мы ни хрена не знаем и не умеем, очисти свое рыльце от пушка. И они на серьезных щах считают это состоятельной аналогией. Да-да, ведь знать размер надеваемых на собственный зад штанов или день рождения ребенка и знать особенности всех видов техники на уровне специалиста – это, конечно же, абсолютно равнозначные вещи. К слову, я, когда мне нужно купить комп, установить смеситель или выбрать водонагреватель, я иду в Google, изучаю обзоры, сравниваю характеристики и как бы углубляюсь в этот вопрос. Потому что, да, я действительно не разбираюсь в этих вещах. По одной простой причине. Нет, не потому что у меня ваджайна, а потому что это слишком узкопрофильно. Но в комментарии все равно набегут те самые гении, которые расскажут нам, как невероятные познания в технике дались им вместе с членом при рождении и вытеснили умение узнавать размер собственного шматья, дни рождения родственников и способность не помереть с голоду с полным холодильником. И как все мужчины очень часто, чаще, чем шмотки или продукты, в которых они тоже не разбираются, ведь принести брокколи вместо шпината – это обычное дело, покупают себе технику в стране со средней зарплатой, дай боже, в 30 тысяч. Вы не понимаете, девочки, они просто каждый день настолько заняты покупкой планшетов, ремонтом автомобилей и вообще размышлениями о глобальных проблемах бытия,
то не остается времени посмотреть на бирку собственных трусов. Вот только дело вовсе не в том, что гениталии каким-то магическим образом влияют на избирательность мужской памяти. Нет, дело в банальном похуизме и незаинтересованности, а еще в непоколебимой уверенности в том, что все это должны делать за тебя, помнить дни рождения, отличать соль от сахара, следить за дырками на твоей жопе. Вы просто прикиньте, как удобно жить, когда твоя голова вообще не занята подобными вещами. Ты с чистой совестью волен просто обо всем этом не помнить, потому что об этом уже позаботились, уже подумали, уже запомнили. И твоя наивная детскость, она не просто не порицается, она поощряется, она умиляет всех окружающих. А теперь представьте, если бы подобную роскошь позволила себе женщина. Если бы анекдоты про забытых в садике детей писали о женщинах. Просто представьте, какой была бы реакция. Как много было бы хихикающих и умиляющихся нерадивой маменьки. Ну а теперь давайте перейдем к самой смачной части ролика и почитаем епстории подшипниц об инфантилизме их знакомых мужчин. Мой муж и его брат не помнят даты рождения родственников. Ладно бы дальних, самых близких, мамы, друг друга, папы, бабушки. И никто с них за это не требует, они же мужчины. А вот левая невестка должна вести список. Если не поздравили, плохая я. Никак не сыновья. Вообще не понимаю этого. Как запоминание важных семейных дат можно было с полом связать? Дни рождения и важные даты – это прям классика. Хотя это стало для меня некоторым открытием, потому что в моей семье вообще всем кристаллически похуй. На дни рождения, на какие-то даты, на праздники. Даже когда меня спрашивают, когда у меня день рождения, я на секунду задумываюсь и не могу ответить сходу. Но прикол в том, что меня никогда и не дрочили с этим, меня не заставляли запоминать дни рождения и вести учет подарков для каждой тетушки Зины из села Новой Залубки, которых я вижу раз в десятилетие. Минутка саморекламы. Хочу пригласить вас в свой уютный канал на Бусти, где я выпускаю эксклюзивные ролики, которых нет больше нигде. В эту среду вышел ролик с обзором на трешовые анкеты из Тиндера. Они сохранились у меня еще с тех времен, когда Тиндер был в России. И тогда я специально регала фейковые аккаунты, чтобы собирать подобное дерьмо. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Ролики там выходят каждую среду, их нет больше нигде. Они еще более кринжовые, трешовые и угарные, потому что на Бусти нет опасности схватить за что-то бан. За какое-то слово или за какую-то ситуацию. Подписка стоит 200 деревянных, ну чисто как чашечка кофе, а то и дешевле. Все, минутка саморекламы окончена, спасибо за внимание, продолжаем. Послала за сыром мужа, с повелением купить твердого, вкусного и не самого дешевого. Если потратить 5 минут на осмотр витрины и общение с продавцом, задача, пожалуй, исполнимая, тем более, что и пробовать дают. Результат? Сам не пошел, перепоручил папе своему, который принес сыр ценой 120 рублей за килограмм. Господи, что это за сыр вообще? И соответственного вкуса. Ответ на претензии – мы же мужики не обязаны разбираться в сыре. Как я уже говорила, это один из моих самых любимых аргументов. Чел, тебе и не нужно разбираться в сыре, чтобы сделать то, что тебе буквально объяснили на пальцах. Разжевали и срыгнули прямо в твою головушку. А ты все равно умудрился не справиться. У меня складывается ощущение, и, возможно, я не права, это исключительно субъективное восприятие, но для меня от таких историй прям тащит, я бы даже сказала, смердит этаким бунтарством. Мол, жена послала меня за какой-то бабской херней, и я просто не могу, не имею права сделать все нормально и по пунктам, потому что в этом случае я покажу, что я разбираюсь в бабской херне. А я же мужик, я же не могу разбираться в бабской херне. Я же не олень какой-то и не куколт, даже если для этого нужно просто прочитать этикетку на упаковке или выбрать сыр. Потому что я не думаю, что это объясняется исключительно тем, что они просто хотят прикинуться идиотами, чтобы их больше ни о чем не просили. Мне кажется, тут нечто
более глубокое. У моей подруги чувак на свой день рождения не хотел мыть от своей же санины сортир перед приходом гостей, мотивируя тем, что он не для этого женился и у него день рождения. Вот он тогда пиздов отхватил. Делишес. Возникает закономерный вопрос. А для чего ты тогда женился, родной? Для того, чтобы жена отскребала твои черкаши из санью от дристальника? Для этого, да? В общем, я очень надеюсь, что полученных пиздов хватит ему для того, чтобы впредь самостоятельно вылизывать продукты собственной жизнедеятельности с толчка, в который он срет. Можно даже не языком. У меня папа маму отвез в один салон красоты, а через час приехал забирать в другой. Дело было в 90-е, сотовых еще не было. Было 8 марта, мороз, метель. Мама простояла его, прождала на улице 2 часа. Замерзла. Еще без шапки стояла с прической. Потом он вспомнил, приехал. Она его чуть не прибила. Но сейчас, спустя годы, она вспоминает этот случай в контексте: «Ну, мужики все они такие. Что с них взять?» Я, конечно, все понимаю. Но не до такой же степени. Я бы еще поняла, если бы она сама туда приехала, просто дала ему адрес, а он бы не нашел, перепутал или еще там что. Ну, всякое случается, понять можно. Но он же сам ее туда отвез. Он уже был там. Да, видимо, голова этого человека действительно была занята какими-то глобальными вопросами человечества. Иначе как объяснить то, что он не смог приехать туда же, откуда уехал пару часов назад? У меня есть друг уже за 40. Он какое-то время не понимал, как в магазине надо собрать продукты в пакет, ну, чтобы не подавить. Потому что в их большой семье до сих пор всем этим занимается мама. К слову, складывать продукты таки научился. Не знаю почему, но мне эта история кажется просто мега забавной. Ну, это ж как бы должно быть интуитивно понятно, разве нет? Ну, то есть, если ты купил пакет яиц поштучно, то вроде как очевидно, что не надо класть на них 2-литровую сиську молока. Или это тоже какая-то недоступная мужчинам наука, познаваемая исключительно посредством ваджайны? Есть у меня мужик на работе, который даже элементарно не знает, сколько лет его детям. Даже банально не помнит их дня рождения. Говорит: а нахуя мне это знать? И прикол в том, что мне этот человек затирал про то, что я как девушка обязана родить ребенка. Вот не помнить дни рождения собственных детей – это прям тотальный кринж. Ладно, ты не помнишь дни рождения родителей. День рождения жены, свой, прости господи, но как можно не помнить дни рождения детей? Блять, рождение ребенка — это ж буквально чуть ли не самый крутой и важный день в твоей жизни, как для родителя. А самое абсурдное, что именно эти люди громче всех орут о традиционных ценностях и необходимости рождения детей. Какие нахрен традиционные ценности, если вы даже не в состоянии дни рождения своих детей запомнить? Ах да, я забыла. Быть отцом – это ж просто хвастаться на работе, иногда показывать фоточки и пару раз в месяц делать козу над кроваткой. Все, родительский долг выполнен. Зачем еще помнить про какие-то там даты? Правильно, тут захочешь – не запомнишь. Когда твои дети – это просто какие-то маленькие люди, которые живут за дверью. Ну и дай боже, там пару раз в день с тобой здороваются. Я тоже дни рождения своих соседей не знаю. Великовозрастный брательник, 50 годиков мужику, не смог собрать себе сумку с вещами в дорогу. Типа, он не знает, что ему там надо, ему жена собирает всегда, а тут неожиданно она в больнице с их детьми, а ему в командировку. Звонил мне и спрашивал, что ему потребуется на 4 дня в другом городе. На минуточку, я нахожусь на другой стороне планеты, блять, и должна ему помочь собрать вещи для поездки на 4 дня. Это было бы смешно, если бы не было так кринжово. И меня в этой ситуации удивляет не только то, что мужик не знает, какой лут брать в дорогу. Окей, допустим, я тоже могу растеряться, особенно если я давно куда-то не ездила. Меня удивляет то, что жена это знает. То есть вместо того, чтобы заниматься собственными делами или, ну, немного помочь мужу собраться в дорогу, она делает это полностью. Эта информация никак не желает утрамбовываться в моей голове. Но самое орное, конечно, это то, что он обращается с этой просьбой к сестре, которая живет на другом конце планеты. То есть чувак абсолютно уверен в том, что если у человека есть ваджайна, он априори должен знать, что ему собирать в дорогу.
Тогда подошел бы к первой встречной на улице. А что, женщина? Женщина, значит, должна знать и из полуоборота накатать списочек. Настало мое время. У меня был коллектив чисто бабский. Уважаю женщин, но вот коллеги были прям бабами, которые умилялись беспомощности мужиков. Одна со смехом рассказывала, что когда пошла к стоматологу, муж ей названивал все время приема и орал, что он с дочерью сидит голодный. Прикол в том, что еда-то дома была, но он не умел накладывать и подогревать. Эта же коллега хихикала, говорила, что муж ей никогда не изменит, потому что он с дивана даже встать лишний раз не может, не то что спать с другой женщиной. Реально ситуация, как с тех самых анекдотов с последней страницы сканвордов. Не изменяет, потому что лень жопу с дивана поднять. Ну это, конечно, 10 из 10, это просто золотой мужчина. Надо брать. Моя подруга как-то уехала за границу на 3 недели. Так ее парень выставил в ВК фото стиралки и написал «Осталось 5 дней». Когда до ее возвращения оставалось 5 дней. Он не мог сам постирать, а ждал, пока она вернется. Я так херела с этого, а потом сама уже в совместном проживании начала получать претензии на тему отсутствия чистой одежды, хотя не помню, когда это успело стать моей обязанностью. Честно признаюсь, я сама ненавижу стиралки, я стираю все в кучу, я ничего не сортирую, я не разбираюсь в температурных режимах. И сама шатала все это дело во все дыхательные и недыхательные. Но почему-то у меня никогда и мысли не возникало о том, что кто-то должен делать все это за меня. Выставил он фотку, осталось 5 дней. Мужики, вы хоть не позорьтесь, что ли, я не знаю. Хотя, о чем я говорю, наверняка под этой фоткой нашлись хихикающие женщины и сочувствующие мужчины. Я прям так и вижу эти комментарии в духе «крепись, брат», и смайлик с рукопожатием. Но это уже, конечно, моя фантазия. Ну и напоследок, мой личный топ-1, сборник мини-историй, над которыми я визжала свининой. Ел собачьи консервы вместо тушенки для людей. На вопрос, не смутила ли его собака на упаковке, ответил, что подумал, что это консервы из собаки. То есть это его тоже не смутило. Окей. Постирал цветную, очень красящую одежду с белым и черным. При разогревании куриных сердечек поставил максимальную мощность, а потом пугался звуков и удивлялся, что микроволновка изгваздана. Я прям так и вижу этот наивный и невинный, и полный недоумения взгляд, когда эти куриные сердечки расхуярило по всей микроволновке к херам собачьим. Мой отец на протяжении всех моих 3 лет обучения в колледже спрашивал, как дела в школе. Я диплом пишу в школе, ага. Трэш-история от знакомой. У нее что-то вылезло, надо было лечь в больницу ненадолго относительно. Она наготовила разнообразные жратвы, разложила по лоточкам, подписала каждый типа обед 27 марта, поставила в холодильник, показала мужу, он покивал. Она со спокойной душой уехала. Приезжает, видит, все стоит нетронутое, а рядом половина шаурмы лежит. Спрашивает мужа, почему он не поел. А он ответил, я просто не ем из холодильника. Я только свежие со сковородочки сразу хочу. Со сковородочки ты сразу хочешь. Ну что ты ж мое золотко, ну ты ж мой сладенький. Ну сходи в магазинчик, купи продуктов. Ну пожарь ты себе на сковородочке все, что ты хочешь, все, что пожелаешь. Я знаю, что многие из вас даже не удивляются, слушая все это. Вряд ли мое видео и эти истории стали каким-то невообразимым открытием в 21-м столетии, после которого люди сидят, хватаются за голову, потому что их жизнь разделилась на до и после. Ну, разве что те самые 40-летние детишки, которые искренне удивились тому, что, оказывается, завтраки, чистый сортир и чистое белье появляются в доме не сами по себе, а у их детей существует день, когда они родились. И в этом заключается вся печаль и тоскливая ирония. Люди настолько привыкли воспринимать мужской инфантилизм как норму, что это уже не вызывает никаких эмоций. Ну, кроме истории про собачьи консервы, это, конечно, блеск. Конечно, всему виной мужская и женская гендерная социализация, а также активное проветривание мужских анусов посредством продувания мамкиным ртом. Что я могу посоветовать женщинам в таком случае? Не поощрять этот пиздец. Это ни в коем случае не victim blaming. Вы ни в какой степени не ответственны за бытовую неприспособленность ваших мужей, отцов и братьев. Нет, но единственное, что вы можете сделать для себя в первую очередь,
Это не подкреплять это говно. Кто-то может возразить, мол, вот если я не позвоню его маме и не поздравлю с днем рождения, он и не вспомнит сам. Или вот если я не куплю ему новые штаны, он свои до дыр заносит и даже не обратит внимания. Ну и пусть заносит. Глядишь, после дырок на жопе и пары застуженных яиц научится и в магазин ходить, и за шматьем своим следить. Как бы только так самостоятельной жизни и учится. Итак, на сегодня все. Огромная благодарочка всем, кто досмотрел до конца. Не забывайте подписываться на канал, подписываться на Бусти, подписываться на Телегу, где мы общаемся, делимся всяким трэшем с просторов интернета и всячески поддерживаем ламповую атмосферу. Делитесь своими историями, пишите в комментариях, какая история из прочитанных мной показалась вам самой смешной или кринжовой. И давайте прощаться. Увидимся с вами в следующую субботу в 13:00. С бустерами увидимся в среду. И помните, что со мной ваше седалище никогда не остынет. Пока-пока.